Уважаемые жители города Десногорска, в последнее время участились случаи краж сотовых телефонов у несовершеннолетних жителей нашего города. Поэтому, чтобы не стать жертвой преступления, не следует без необходимости демонстрировать сотовые телефоны, тем более в окружении незнакомых людей. Ни под каким предлогом не давайте свой сотовый телефон незнакомым или малознакомым лицам с целью позвонить родственникам, послушать мелодию, проиграть в игру. Не оставляйте телефон без присмотра на парте, на столике, в школьной столовой или в буфете, в спортивном зале. Не держите телефон на виду, на поясе, шнурке, шее, так как он привлекает внимание грабителей. Не носите телефон в сумочке, лучше положите его во внутренний карман одежды. Избегайте безлюдных, неосвещенных мест. Не приобретайте телефон с рук, так как при этом велик шанс купить мобильный, находящийся в розыске. Родители, по возможности ограничьте пользование телефоном малолетними детьми. Именно они являются наиболее частыми объектами преступлений, которые, как правило, совершаются путем рывка, либо посредством злоупотребления доверием подростков. Если вы стали жертвой нападения, постарайтесь запомнить внешность грабителя. Сразу же сообщите о данном факте в полиции по телефону 02. Если преступление произошло в общественном месте, необходимо привлечь к себе максимум внимания со стороны граждан, которые могли бы оказать помощь в своевременном задержании преступников.